Место хорошо охраняется. Вернулся сюда. Твой час пробил. Но мое дело еще не окончено. Я был близок, так близок к тому, чтобы даровать вечную власть сильным и достойным. Достойным? Жизнь подарит нам силу богов. Что есть жизнь мальчишки? Жизнь мальчишки? Папа? Еще. Ага. Ну? Ну, я попробую. И пущу две за раз. Да ну? Да. Раз, два. Готов? Да. О, это ты меня сбил. Ты... Киму, сюда. Я нашел гиен. Правда? Да. А, иди. Увидишь. Там 16 гиен, жутких и страшных. Знаешь что, я бы лучше сходил на охоту с папой. Ну, ты вечно трусишь. Ну. Эй, эй. Пойдем поохотимся, а? Ладно. Давай. Кого мы ищем? Оракулу нужна шкура горного козла для церемонии. Твое место подле фараона. Верно, Бай? Ты ведь Меджай. Стану Меджаем и тоже буду возле фараона. Тебе не стать Меджаем. Ты слишком труслив. Неправда. Так что насчет тех гиен? Молчи. Прекратите. Этот песок обжигает ноги. Извлеки из этого выгоду. Бегай быстро. Тогда я хочу бегать, как ветер. Нам туда. Можно с вами? Тебя мать дожидается. Ладно, до встречи, Хему. Увидимся. Стадо где-то рядом. Но сойдет не всякий зверь. Нам нужен вожак. А это который? Ну, самый рогатый. Тихо. Делай, как я. Сену! Сену, иди сюда! Зачем ты зовешь Сену? Чинзира говорит, надо украсть ее перья, и тогда после взвешивания я попаду в поля Иалу. Анубис положит на весы сердце и перо. Ты не можешь повлиять на эту церемонию. Она вечна.
Глянь. Есть! Он страдал? Выстрел в сердце почти не причиняет боли. Идем за шкурой. Нужно отнести ее оракулу до темноты. Папа, я хочу выстрелить прямо в солнце. Пустишь, но стреле придется стать сену. Представь, все мои стрелы сену, и тогда от меня не уйдет никто. Ты хотел взглянуть на фараона вблизи? Да. Хочешь стоять со мной подле него? А так можно? Конечно, будущему Меджаю можно. Папа, а кто такие Меджаи? Первые Меджаи охраняли лишь фараона. Но сейчас они должны защищать всех жителей Египта. И не только защищать, обеспечивать благополучие. О, отец, я так рад, что стану Меджаем. Тогда я узнаю все тайны Сивы. А что, если я не смогу стать Меджаем? О, ты сможешь. Ты мой сын. Но я боюсь. Я хочу быть смелым, но иногда это трудно. Постой. Пойдем туда. Когда я был маленьким, я тоже иногда пугался. Твой дедушка тоже был Меджаем. И он хотел, чтобы я стал его достойным последователем. Да? Однажды он привел меня сюда. Наверху он сказал мне кое-что. Одно слово. Главное. Только одно? Я забыл о страхе. И знал, что справлюсь с чем угодно. Что он сказал? Скажу, когда мы придем. Так что же сказал твой отец? Вниз. Не размышляй. Вниз. Да, папа. Эй, верь мне. Прыгай. Сейчас, сейчас. Так прыгай. Вернись, ты не готов. Но я смогу, папа. Смогу. Я сказал, умолкни, паршивец. Нет, на помощь! Это Чинзира. А ну молчать! А ну бегом к маме. Не бойся за Чинзиру, я помогу ему. Меджай Баек! Ну, ну? Мне страшно, не хочу идти один. Хемо, хоть раз в жизни не будь трусом. Ну! Меджай Баек! Да, я и правда Меджай. Кто меня звал? Спрячь оружие и иди за мной. Мы же хотели только поговорить. Ау! Иди. Как ты смеешь командовать мной? Деревенщина, нам не о чем разговаривать. Один звук, и ты труп. Почему так долго? Мы шли незаметно, скрываясь в тенях. Как славно! Что ты пришел к нам, Меджа. Для нас невероятно важно открыть вход в эту крипту. Но жрецы упорно отказываются нам помогать.
Я полагаю, ты противишься из верности Арану. Лишь поговорить с ним. Но думаю, я знаю, что как я нам тебя переубедить. За мной! Никого не пускать. Хемо, ты цел? Ну что ж, попробуй. Не трогайте сына! Твой сын хотел бы кое-что тебе рассказать. Покажи ему сферу, Ибис. Мы думаем, чтобы открыть крипту, нужна она. Мы зря тратим время! Мальчишка напуган, все хорошо. Папа, они хотят узнать все о крипте. А еще что нужно делать с этим? У Меджаев ведь должен быть ключ к разгадке или подсказка. Я ничего не знаю о крипте. Прошу, отпустите сына. Беда! Фараона известили, и он нас скоро могут будет найти. Здесь. Живо! Поговори с сыном. Не откроешь крипту, когда вернемся? Больше его не увидишь. Папа. Я все сделал, но... Все хорошо, сын. Нет? Папа, я его достану. Нет, Хему, нет! Но они хотят нам зла. Хему, они... Хему! А? Пустая трата времени! Хему! Время вышло. Говори! Я не знаю. Нужно идти. Я вырежу мальчишке сердце. Нет! Лишу его жизни после смерти. Нет, я все скажу. Нет. Да он тянет время. Стой! Змей решил, что это твой ответ. Нет! Нет! Хему! Хему! А мы-то думали, что ты мертв. Ты не смог спасти даже собственного сына. Ты ничтожество. Паек из ниоткуда. Отец без детей! А это за моего сына! Да примет тебя незримый! Владыка Дуата ждет! Отлично, друг. Герой вернулся. Ты принес нам радость.
Мне нужно в Александрию повидать Аю. Не торопись без нужды. Тебе всегда нужен Меджай. Теперь ты защитник этих мест. А я рад помочь. Загляни ко мне, когда соберешься в путь. Выпьем пиво за нашу дружбу, а?
Бандиты. Как они смеют осквернять это место?
Лейтенант,